Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задание номер 1148. Найти натуральные числа x, y, z, для которых верну равенство. Приблизительно с такими равенствами мы с вами работали в номерах 1147-1146. И вот сейчас, опираясь на то, что мы уже делали, попытаемся вывести значение x, y и z натуральные для вот этого равенства. Перепишем его. Найдем значение этого выражения в общем виде. Итак, это будет 1 разделить x плюс 1 разделить на y плюс 1 z равно 1 разделить x плюс 1 разделить. Приведем к общему знаменателю сумму y плюс 1, деленное на z. Общий знаменатель z. Тогда дополнительный множитель к первому слагаемому будет z. Значит, в числителе будет y, умноженное на z, плюс 1. Равно 1 разделить x плюс 1 разделить на дробь, это значит, надо перевернуть дробь. То есть дробь будет теперь в этом случае z в числителе, а в знаменателе yz плюс 1. Равно 1 разделить x плюс дробь надо привести к общему знаменателю. Общий знаменатель будет yz плюс 1. Это значит x надо умножить на yz плюс 1 и плюс z. Равно 1 разделить. Раскроем скобки. X, y, z плюс x и плюс z, а в знаменателе yz плюс 1. Ну а теперь, если 1 надо разделить на дробь, это значит 1 надо умножить на число обратное делителю, то есть дробь переворачиваем. Итак, у нас получится дробь числителя yz плюс 1. А в знаменателе x, y, z, то есть x умножить на y умножить на z, плюс x и плюс z. И по условию это равно 7 тридцатых. То есть, другими словами, числитель равен 7, знаменатель равен 30. Z плюс 1 равен 7. То есть y умноженное на z должно равняться 6. Вариантов больше нет. Ну а соответственно x умноженное на y умноженное на z плюс x и плюс z, это должно равняться 30. Давайте переберем все возможные варианты для натуральных чисел x, y, z.
Произведение y умножить на z равно 6. Когда произведение двух натуральных чисел равно 6? Можно перебрать все варианты. Итак, первый вариант. Y может равняться 1. Тогда z равняется 6. И их произведение будет равно 6. Посмотрим, что будет для знаменателя тогда. Итак, x умножить y у нас равняется 1, z у нас равняется 6, плюс x плюс z равно 6, и это равно 30. То есть x умножить на 1 умножить на 6, это будет 6x, и плюс еще 1x будет 7x. Равно 6 переносим в правую часть с заменой знака. 30 минус 6 будет 24. Мы не найдем такого натурального x, чтобы при умножении на 7 мы получили 24. То есть x не натуральное при y равное 1 и z равное 6. Второй вариант, при котором произведение y умножить на z будет равняться 6. Y теперь может равняться 6, а z – 1. Что будет в этом случае тогда? X умножить на 6 умножить на 1 плюс x и плюс z у нас равняется 1, 1. Это должно равняться 30. X умножить на 6 умножить на 1 – это 6x плюс x будет 7x. Ну и 1 переносим в правую часть с заменой знака, равно 29. И опять мы не найдем такого натурального x, чтобы при умножении на 7 получилось 29. То есть x при этих значениях y и z не натуральное число. Третий вариант. Y умножить на z равно 6. Y может равняться 2. А z тогда равняется 3. Тогда будет следующее для знаменателя. X умножить на y, а y это 2, умножить на z, z это 3, плюс x и плюс 3 равно 30. 2 на 3 – 6. 6x плюс x – это 7x. Равно 30 минус 3 будет 27. И опять x не натуральное, потому что мы не найдем такого натурального числа x, при умножении которого на 7 получилось бы 27. И четвертый вариант. Ну, теперь y может равняться 3, а z будет равняться 2. Для знаменателя тогда будет следующее. X умножить на y, это значит на 3, умножить на z на 2, плюс x и плюс z, то есть плюс 2, должно равняться 30. X умножить на 3 умножить на 2 – это 6x, плюс x будет 7x, равно 30 минус 2 будет 28. А вот здесь мы найдем натуральное число x. X может равняться 4. Мы нашли 3 пары натуральных чисел x, y, z. Y равно 3, z равно 2, x равно 4 – натуральные числа, для которых будет верно исходное равенство. Итак, ответ. X равно 4, y равно 3, z равно 2. И это единственный вариант натуральных чисел x, y, z,
для которых верну равенство, потому что мы перебрали все возможные натуральные варианты y и z, для которых произведение равно 6.